Так, ну чё у нас там на YouTube? Новое видео Жирухи Шмэй! Надо посмотреть! Всем привет! Меня зовут Жируха Шмэй, и добро пожаловать на мое новое очередное говно! То есть видео! Сегодня я сидела в туалете, и мне пришла в голову такая идея, что если бы я выпускала свои бьюти-коробочки? Понимаете, о чем я? Поэтому я хочу представить свою лимитированную коробочку от Жирухи Шмэй! Поехали! Для начала мы оценим наш дизайн. Как мне кажется, тут все коротко и ясно. Никаких цветочков, никаких страз, никаких узорчиков и прочего говна! Ну а теперь давайте перейдем к содержимому нашей бьюти-коробочки. Так, и первое, что у нас попадается, это носок от Бомж Клиник. Если вам холодно рукам, тем более в такую зиму, обязательно надеваем на руку, и вам моментально становится тепло. Далее у нас попадается гамбургер. Вы, наверное, спросите, Жируха Шмэй, а зачем нам в бьюти-коробочке гамбургер? Я вам отвечу. Если вы хотите быть в центре внимания, и чтобы вас издалека было видно, как меня, то жрите! Больше жрите! Следующий продукт, конечно, не влез в нашу коробочку, но он тоже входит. Это пылесос. Вы, наверное, спросите, а что же в нем такого? Я вам отвечу. Меня бросил. Я вообще о, боже, когда он уже заткнется? У меня же есть пылесос. А? Что? Что? Тебя не слышно? Алло? Боже мой, наконец-то! Ну и последний продукт нашей коробочки. Это же, конечно, мой фирменный лосьон для кожи Ласка. Этот лосьон балансирует кожу, убирает морщины, а также увлажняет оболочку кожи вашего лица. Ну и для наглядного примера я хочу показать вам, как мы отправляем нашу продукцию нашим покупателям, для того, чтобы вы были в нас уверены. О боже мой, заказываю! Еще один заказ от одного лоха. Улица Лохотронкина, дом 22. На имя Ян Рейзен. Принято! Я за заказом. Вот, держи. Сейчас мы убедились именно в том, что мы работаем очень быстро, а самое главное, надежно. Отснял? Стой, подожди! Вы что-то забыли. Кажется, я что-то забыла. Упс, походу посылочка не дойдет. Ах да, я же забыла, это Почта России. Ох, какая же все-таки крутая.